Дар Аргучинцев. Передача в центр. И здесь Кравцов как не попадает в ворота. Это тема, требующая отдельного пытливого исследователя. Арбитры поднимают руки вверх, показывая, что игра остановлена. Мерфи прилетает от Светлакова. Светлаков, он такой, заводной, не признает авторитетов. Светлаков точно удаление получит. Другой вопрос, будет ли обоюдное удаление. Ну да, судя по всему, обоюдное удаление команда дают. Сибирь, номер 8, команда «Трактор», номер 87. По грубости, 2 минуты каждому. 2 минуты каждому за грубость. Давайте смотреть повтор этого момента. Вот убойнейшая позиция. Здесь плечом отбивает Костин. А дальше события начинают закипать. Шайба лежит перед вратарем, накатывается нападающий, бросок по воротам, и вот здесь Мерфи удушающий против Светлакова проводил. То есть, на самом деле, тут по-хорошему-то можно было и с другими формулировками удалять этих достойных джентльменов, но в итоге арбитры посчитали грубости достаточно. И тому, и другому.